До старта запуска сквера первых космонавтов на улице Гагарина осталось совсем немного. Сейчас вокруг фонтана из мозаики, который был отреставрирован несколькими годами ранее, рабочие кладут плитку, устанавливают бордюры, монтируют столбы уличного освещения. Уже через месяц эта территория преобразится. Эльмира Калямова живет в доме рядом со сквером первых космонавтов 15 лет. Вспоминает, когда ребенок был маленьким, часто проводили тут время. Но годы шли, и сквер постепенно ветшал. Эльмира говорит, отрадно наблюдать за возрождением любимого жителями места отдыха. Работают каждый день. Да, каждый день идет стройка полным ходом. Мы как это видим, слышим, ощущаем и ждем, когда наконец все закончится, и мы придем в этот сквер со своими детьми, будем устраивать здесь праздники различные. Согласно проекту, сквер должен стать для местных жителей тихой гаванью в шумных городских джунглях. От дороги по периметру его отделит живая изгородь. Точкой притяжения для отдыхающих станет фонтан, который городские власти отремонтировали еще в 2021 году. Вокруг него появятся лавочки и урны. И, конечно, территорию украсят новые насаждения и цветы. По словам подрядчика, 80% от запланированных в сквере первых космонавтов работ уже выполнены. Работы выполняются по замене асфальтобетонного покрытия на плиточное покрытие. Также ведутся работы по озеленению. Посадки растений, будут заменены уличное освещение и будет произведен автополив газона. Данная территория, она уникальна тем, что одна из общественных зон, которая имеет, по сути, фонтан. Да? Фонтан – это особое притяжение, надо говорить. Имеет данный фонтан уникальную, соответственно, мозаику, которая имеет определенный интерес и, соответственно, притягивает. Ну и она находится на одном из основных, наверное, пешеходных маршрутов городского округа Самарна, улица Гагарина, и, собственно, может служить местом отдыха горожан. Благоустройство города и создание комфортных условий жизни – одна из важнейших концепций, которые реализуются в Самаре и регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Благоустройство сквера первых космонавтов проводится за счет средств городского бюджета. Выделены средства еще на две локации – сквер Высоцкого в Самарском районе и участок между домами 22 и 24 на улице Новосадовой в Октябрьском. По федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» сейчас ведутся работы по обновлению сквера «Самарец», парка «Молодежный», «Ерик-парка» и парка «Воронежские озера». Завершить работы на всех обновляемых общественных пространствах планируют к 1 сентября. Галина Топилина, Константин Головин. События.